Проверяем. Задачу Данил сделал на черновике в этот раз, потому что пример это ты решила, где тетрадь? Пример это он решил, написал сразу в тетрадь, а в задаче у нас часто получается так, что мы сначала пишем, а потом думаем. Поэтому я ему говорю, напиши сначала, как бы ты решил в черновике, посмотрим потом. И то он уже 4, ой, нет, не 4, ой, нет, все-таки 4. И все такое. Сейчас вот я проверю задачу. В дневнике у нас сегодня вот такие дела творятся. Родительское собрание сегодня в 6 часов. Еще сегодня надо успеть и Риту забрать, и сходить по поводу квитанции, разобраться по оплате. В общем, все как обычно. Все в одну минуту надо сделать. И все сразу успеть. Ладно, это все вечером. Сейчас проверим математику. По русскому задавали что-нибудь? Смотрите в дневник. Страница 82. Что такое? Правила учить, да? Да. По окружайке это мы с тобой делали, да? Да, давно и уже. И литературное чтение 14-16 читать? Да. Ну, отлично. Сейчас мы это все сделаем быстренько. Потом еще вечером почитаем книгу. Для того, чтобы читательский дневник записать, у нас есть читательский дневник, мы ведем. И в пятницу его проверяют, и, в принципе, нам кстати, надо... Кстати, мам, мы сегодня будем читать, да? не в пятницу, а в четверг. Надо почему? Сегодня почитать ими. Не знаю, там... Почему? Не потому помню. Что пятница выходной. Понятно. А, значит, да, завтра да, буду да, заполнять да, тебе читательский дневник. Пятница, 1 мая, и все отдыхают. В среду надо заполнить. Да, в среду. Ну, хорошо. Что сказал, я бы забыла. Проходят составные задачи. Детям предлагается самим поставить вопрос так, чтобы задача была составной. И самим, ну, естественно, самим решить ее. Вот. То есть нужно не только выяснить, сколько... Оля нарисовала 4 рисунка, Света на 2 больше. Не только взяли на лоску. Да. Не только надо выяснить, сколько у Светы взяли, а нужно еще и... Сколько всего. Да, сколько всего. Ну, молодчинка, сообразил. Забросила я уже картофель, капусту и положила столовую ложку этой вкусной соли из фикс-прайса. Ну и где-то еще она продается, вкусная соль, там 12 овощей и трав кинула ее туда. Так, и здесь у меня уже заправка для борща тушится. Надо убавить немножко огонь. Здесь лук с морковью сначала обжарила, потом соломкой кинула свеклу и немножко водички. И потом все это потушится и еще добавлю томатной пасты. И... Сейчас покажу еще что. И мороженый перец у меня мелко нашинкованный, и укроп, и чеснока потом в самом конце. За счет того, что добавлю томатную пасту в зажарку, свекла больше отдаст своего цвета. А также для помпушек я делаю здесь такую вот намазку, как бы, не знаю, заправку. Чеснок выдавила, укропа. Сейчас добавлю немножко растительного масла, все это перемешаю. Можно чуть-чуть соли, а можно и без соли. Но я чуть-чуть соль добавлю. И иногда добавлю перец черный, но у меня нету в этот раз. Без него тоже нормально. Марик сидит под столом и командует уже. Хочет скорее кушать, да? Уже не выдерживают нервы. И Виллюха тут еще бегает. Виллюха! А вот наша плюшка маленькая. Пытаемся мы его. Он отлично ходит и на пеленку. Делает свои смотрите, дела. Смотрите, наша плюшка. Они уже вовсю, конечно, бегают, играют с кошкой. Плюшка. А. Это плюшка. Эмма. Нет, плюшка. Плюшка, потому что плюшевая? Да. И все равно, вы когда бегает, играет по комнатам, носится, все равно он делает лужи и калачи откладывает. Тут же не знаю. Читала я как по-разному, типа ругать, либо не ругать. Ну, пытаюсь я засечь время, когда он делает дело на пеленку, чтобы его похвалить. На ручки? Ну, пойдем на ручки ко мне. А он про меня не хочет делать дела. И вот вчера с ним 2 часа сидели, да? Ну, в итоге я дождалась, пока он все это сделает, похвалила его. И все равно он, ну, делает дела. Вот. Ну, наверное, потому что маленький еще. Со временем все равно должен научиться. Тем более, ну, когда да. На улицу будет ходить, он меньше будет это все реже делать. А потом вообще не будет. Так, ну там у нас тоже происходит небольшая уборка. Здесь уже все запарилось на кухне. Здесь у нас, да, сейчас весь мусор, все эти игрушки поподбираем.
все поприбираем, так что не пугайтесь, у нас все время, у нас состояние из убранного в 2 секунды превращается в разбросанное опять. Что такие дела? Да? Че? А, ты правильно собираешь? На, Маре. Марик на мамке, как всегда. Угу. Вот. Значит, осталось только пообедать и на улицу скорее. Данилу, кстати, купили новый рюкзак. У старого лямка оторвалась. Сейчас будем играть в крузаковчик. Нет, Данил. А что, нет, сначала нет? Мы закончим все дела, потом пообедаем, потом все остальное. Порвалась лямка у рюкзака. Пришлось новый покупать. Хотя осталось тут месяц учиться, но что делать? Зашить невозможно. Такой вот рюкзак. Уже такой для более взрослых, конечно, учеников. Но такой, конечно, тяжесть они таскают, бедные дети. На год, если хватит, тоже, может быть, оторвется лямка. Не знаю. Посмотрим, сколько этот проходит. Но этот побольше рюкзак. Ну вот, что получилось с макияжем. Это при включенном освещении теплом. Вот так вот все выглядит. Ну, если посмотреть в окно, всяко найдутся какие-то недостатки. Проплешины, про всякие штуки, которые видно при дневном свете. Так что я вообще не люблю на себя смотреть в зеркало на улице при дневном свете. Видно все морщины, видно все несовершенства, весь макияж. Кстати, поэтому, наверное, так здорово смотрится макияж, когда всякие эти вот лампы специально покупают бьюти-блогеры. Совершенно не так, как если бы просто на улице посмотрелась на себя. Все, мне еще надо успеть пропылесосить, пока доваривается борщ. И Данил занимается щенком. Вообще это кошка. А Марк, скорее всего, сейчас будет за мной. Кошка вот такая перепрыгнула через щенка. За мной ползать. За мной и за пылесосом, да, Марк? Кое-как удалось пропылесосить. Булки готовы, сейчас покажу. И здесь у нас, конечно, мне не нравится, как пока обстоят дела. Коляска, машинка и эта аптечка. Они занимают много места. Ну, в принципе, отобрать у детей что-либо из этого тоже будет сложно. Вот под картой все стоит. И вот мольберт, где они рисуют. Не знаю. Здесь у нас кроватка. Вот сюда в нишу попала. Да? Кроватки детские. Вот такие получились у нас булочки. Под ногами снует у меня голодный пес тоже. Все хотят есть уже давным-давно. Сейчас я их сюда покидаю и все это просто перемешаю. Все, уже наложила я борщик. Вот такой он получился. К сожалению, не могу вам двумя руками показать, там ложкой поколупаться. Но потому что Марк на руках. У него же совсем терпения нету. Сейчас я ему буду его кормить уже. Все, и такие вот получились пампушки. Естественно, можно делать их меньше. Они очень мягкие, очень-очень как перинка. И свежие, и сверху хрустящие, внутри прям, внутри облака. Все, будем мы обедать и уже бегом-бегом на улицу нестись. Ну что, Даня, вкусно? Вкусно, но очень горячо. Ну сейчас остынет немножко. А булочка? А булочка нормальная. Хрустящая. Снаружи. Ну все, вышли мы на улицу, Данилка попросил брата повезти, да? Данька. Данька помог мне коляску спустить. Папа, мы обычно всегда просим, он нашу зимнюю коляску спустил. Спускал нам с 5-го этажа, мы на 5-м этаже живем. А это легкая очень, специально покупали еще для Риты. Это потому что... А почему? А, потому что папа работал еще в те времена в офисе, ездил в город. И мне никак нельзя было тяжелую после кесарева. Вот. Да? А зимой папа? Зимой Рита родила зимой, я в основном, пока она была легкая, ее носила на руках. А летом уже тяжелая была. И вот мы, в принципе, очень помогли на плечо. Вот она складывается, кнопочка раскладывается очень замечательно, на плечо вот так одевается. И еще ремешок дополнительный. Вот, а знаете что? Вот когда я был совсем маленький, я помещался у папы на ладонь. Где у папы на... Да, Данил родился очень маленький. Данил родился 46 сантиметров, 2,650 килограмм. Очень малюсенький гномик. Так что будем сейчас гулять, отрабатывать борщ.
помпушками. Один круг. Сейчас борщ навернем, да? Борщ сейчас. Наелись, хорошо, теперь надо хорошо походить. Надо, даже, мне кажется, Марку жарко будет в этом комбинезончике. Надо, чтобы все провалилось. Осторожно, что пожарники не наехали. Ну, осторожно, да. Пожарники. У нас тут часто очень по этой дорожке пожарники шлындают. Иду. А, получается, голова моя, затылок напротив солнца, и вся в солнце, и меня практически не видно во мной. Ох, я так совсем жмурюсь. Одеваю я, как правило, всегда вот эту толстовку. Это для меня сейчас самое удобное. Она с начесом, теплая, под нее, если холодно, одеваю что-нибудь, какую-нибудь футболку, и леггинсы, и кроссовки. Конечно, это стыд и позор, надо все равно наряжаться, несмотря на то, что ты мамочка и все дела. Но пока так, пока я себе это прощаю. Вот, так что ругайте меня, чтобы я наряжалась. Все сейчас... Хотя, в общем-то, на платформе, на каблуках не походишь спортивным шагом. А прогуливаться пока еще не получается, чтобы так куда-нибудь сходить. Здесь, в общем-то, и некуда ходить, кроме как только гулять. И Шакировых позвали. Сейчас они выйдут тоже минут через 10. Будем с ними играть, бегать, гулять. Данил еще квадрокоптер взял. О, там костры жгут. Красота. На улице очень жарко. Вроде бы как по прогнозам было плюс 11, но по мне так все плюс 20. Мы с Данилом поснимали куртки, позапаривались. Идем довольны, запыхались. Просто идем очень быстрым шагом, не бегом. Сейчас с коляской. Сейчас дойдем. Будем играть на площадке. Да, Данил. Да. Небо голубое, почки вот-вот распустятся. Вербы уже тепло. Распустили. Вербы уже давно, наверное. Уже, уже веточки были. Лужи, правда, еще есть у нас, так сказать, недостатки нашего поселка. Это жуткие дороги. Это ерунда. Да. Солнце. Смотреть невозможно. Они одеваются уже, я видела. Они уже в коридорчике, уже все вместе одеваются.